нашей юморине 20 лет. Это тоже юбилей. 20 лет эта передача выходила в эфир и радовала наших зрителей. Как вы знаете, я каждый год делаю доклад о состоянии нашего фольклора на сегодняшний день. Вот кто-то высказал такую даже не смешную, а точную мысль. Прогрессивный Запад пытался развалить Россию, но им в голову не приходила мысль, что Россия в общем строении мира – это несущая конструкция. Да, как сказал наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, кто забывает историю, тому поправляют географию. Из новостей. Ученые США решили пересчитать количество черных и белых полос на теле зебры, чтобы понять, насколько она толерантна к афроамериканцам. Немецкий бомж спрашивает другого немецкого бомжа: «Как ты стал бомжом? Алкоголь, наркотики, биржа?» «Да нет, забыл свет в туалете погасить». Обратите внимание, слова «запад», «западня» и «западло» однокоренные. Без чего невозможно приготовить украинский борщ, французский луковый суп и немецкие сосиски. Без российского газа! Если ударить по морде европейца, он заплачет и убежит. Если ударить американца по морде, он разозлится и подаст на вас в суд. Если русского ударить по морде, то ваши проблемы только начинаются. Ну вот, а здесь у меня уже пошли общие темы. Забавная фраза. Нечем заняться, чихни в пепельницу. Дедушка Мороз, пишет тебе Вася из Омска, 45 лет. Мне от тебя, собственно, ничего не надо. Просто скажи мне, пожалуйста, какая тварь каждый год заказывает у тебя подорожание коммуналки, проезда в общественном транспорте и продуктов? И почему именно его желание ты исполняешь в первую очередь? Свиная чума, коровье бешенство, птичий грипп, обезьяний оспа. Хочется спросить, а тараканий насморк будет? Да, чего только люди не выдумывают. Мужик на рынке покупает кабачки. Это у тебя самцы или самки? А то мне надо, чтобы с икрой были. Забавно. А гололед, он как шахматы. Шаг и мат. Женщина рассказывает. Вчера написала на грязной машине соседа: «Помой меня». Смотрю, сегодня на моей написано: «Заходи, помою». Люся всегда путала противозачаточные таблетки с успокоительными. Теперь у нее 15 детей, но ее это не беспокоит. Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Наталья еще с зимы начала откармливать свою лучшую подругу Оксану. Алло, я буду через час. Как вы меня узнаете? Ну, я высокая и вся в черном, и с косой.
стоп, стоп. Коса – это прическа такая. Мужчина, поздравляю, у вас мальчик. 3700. Мужчина отсчитывает деньги и говорит, ты смотри, недорого. Петух увидел курицу в микроволновке. Безобразие, в деревне яйца некому нести, а она тут на каруселях катается. Женщина говорит, я не рябина, чтобы настаивать на коньяке. Буду пить, что нальете. У одного дачника все время воровали помидоры из теплицы. Он повесил записку однажды. Один помидор отравлен. Приходит утром, все помидоры на месте, а в записке приписано. Теперь два. Дети пошли. Папа, а почему мою сестру зовут Аленка? А потому что мама любит эти конфеты. Понял, пивасик? Мам, папа упал с лестницы. И что сказал? Маты пропускать? Да, упал молча. Урок в школе, учитель. Кто считает себя придурком, встаньте. Тишина, встает ученик. Учитель говорит, ты что, считаешь себя придурком? Да нет, просто нехорошо, когда вы один стоите. Мужья и жены. Жена слушала сказку мужа, как он всю ночь бухал с Коляном и молчала, как рыба. Колян в шкафу тоже молчал. А ваша жена была девственницей, когда вы поженились? Я не знаю. Кто-то говорит, что да. Кто-то говорит, нет. Не могу разобраться. А вчера, знаете ли, я развелся, как рога с плеч. Валера понял, что жена ему изменяет, когда обнаружил в шкафу табуретку и стопку разгаданных кроссвордов. Бабка ложится спать, а дед что-то долго задержался в ванной. Бабка кричит, «Дед, ты что там делаешь? Зубы чищу. Ну тогда заодно почисти мои». Бабка с дедом любили играть в прятки. Утром бабка прятала самогон. Если дед его находил, то вечером пряталась бабка. Диалоги. Здравствуйте, ваш собак кусается? Заходите, заходите, мне и самому интересно. Она у меня только второй день. Подруга, я столько купальников сюда, в Сочи, привезла. Прям не знаю, какой надеть. Да надевай все, вода холодная. Дама, это платье восполнит. Ну, слава богу, а то я все на чебуреке грешила. И зачем в дядю Васю кирпич бросил? Я больше не буду, а ему больше не надо. Отец случайно проглотил флешку. Теперь его так и называют. Папка с файлами. Сказочки пошли. Красная шапочка заходит к бабушке и шепчет. Бабушка, у тебя в кровати страшный серый волк лежит. Кому страшный волк, а кому просто Вовчик? Вот так вот. Гена стрижет Чебурашку. Чебурашка, тебе уши нужны? Конечно, на, держи. Царь-батюшка, дракон проголодался. А что он ест-то?
дев невинных ест. О, видать, подохнет он у нас. Как-то на прилавке разговорились клубника, грецкий орех и банан. Клубника: меня все любят, потому что я похожа на сердечко, да. Орех говорит: подумаешь, сердечко, я похож на мозг. Банан говорит: друзья, может, все-таки сменим тему? Мама собиралась на работу. Это всем знакомо. Дочке 4 годика. Доченька, я пошла на работу, мне надо. Ты запри дверь и смотри, никому не открывай. Поняла? Хорошо, мамочка. Мама вышла и подумала, надо бы проверить, как она прореагирует. Постучала в дверь. Кто там? Спросила дочь. Мама басом: это мы, газовщики, пришли проверить газовое оборудование. Молчание. Затем дочка, стараясь тоже басом, прокричала: идите нафиг, мы углем топим. Чувство юмора – это вездеход, который помогает проехать через болото серых будней. Я как бы говорю всем нашим людям, жить надо во многом по-японски. Не торопиться, не волноваться и улыбаться. Спасибо, спасибо большое. Ha ha ha!